Друзья, всем привет! Это Илья, админ группы VR Migrants. На сегодняшний момент нас больше 230 тысяч человек. Люди сориентированы на эмиграцию. Это очень здорово, что вас интересует данная тематика. Часто в сторис и в ленте новостей вы, наверное, видите ссылочки на наши вебинары, где эксперты, приглашенные эксперты рассказывают, показывают, но не все попадают на вебинар. Я провел опрос в нашей группе. Больше 50% вообще не знают, что такое вебинар. Хотя вебинары сегодня используются, ну, я бы сказал, очень часто и очень много. Онлайн-школами и всякими разными другими площадками. И 40% просто не попадают в ссылку, не знают, что это за ссылка и куда она приведет. В этом видео сегодня рекомендую посмотреть до конца. Наш эксперт в вебинариуме в Москве на Мясницкой покажет вам, как зарегистрироваться на вебинар, как не пропустить время, как делать комментарии в кабинете, ну и к чему это в конечном итоге приведет. Рекомендую посмотреть, получите много информации, обогатитесь. Вебинары – это здорово, ребят. Вебинары – это серьезная подготовка, это техническое обеспечение, это презентации, которые лично я делаю, в том числе там, по 2-3 дня. В нашей презентации, на наших вебинарах я стараюсь дать вам максимальную информацию, связанную с эмиграцией, соцадаптацией, с поиском работы и так далее. Смотрите видео, удачи вам, пока. Здравствуйте, меня зовут Семен, и я вам наглядно покажу, как посмотреть вебинар. После регистрации на вебинар вам на почту придет письмо с приглашением на сам вебинар. Открыв это письмо, вы увидите дату, время, а также, самое главное, это ссылку на вебинар. Вносите себе в календарь дату мероприятия, для того, чтобы не пропустить его. Можно добавить также в закладке, соответственно, письмо с приглашением, для того, чтобы ссылку не потерять. В день мероприятия вы переходите по данной ссылке на страницу с вебинаром, вводите свои данные, и открывается окно, соответственно, с трансляцией. Слева вы увидите окно трансляции. Если там нету окна, как в нашем случае, то значит вы зашли слишком рано, и снизу у вас будет отображен таймер с датой мероприятия. Трансляцию можно смотреть как с телефона, зайдя по этой ссылке, так и с вашего домашнего компьютера. После начала трансляции вы можете задавать ваши вопросы в чат, и лектор будет на них отвечать. На трансляции вы будете видеть как лектора, так и материалы, которые он показывает. А сейчас вы увидите несколько небольших примеров. Сейчас главное, что нет визовой истории. Вот визовая история в кейсе виза категории B1, B2, по которой ты получил отказ. Там не потому, что я сам что-то сделала, а потому что пришла мама, совпали звезды, не знаю, упало ведро, перебежала кошка дорогу. Это всегда классно. Не настроенный эспрессо, это некорректно, это невкусный эспрессо. Заходим в иммиграционные визы, переходим вот сюда. Первый раз обращаемся за визой, иммиграционная виза. За последние годы то, что раньше встречалось как единичные иски, сейчас стало, ну, довольно, к сожалению, частой практикой. Давайте вот этот список более детально рассмотрим, да, потому что все мы любим собирать документы, да, все мы любим какую-то активность, да, в каком-то процессе, это естественно.